4 сентября, а это значит, что вышел новый iPhone 13. Привезли мне его службы доставки DHL довольно быстро. Начнем распаковку. Я еще не знаю, что там внутри. Видимо, надо все это... Ну и коробка вообще не... О, видели? Вот он. Коту тоже интересно. Итак, выглядит эта история таким образом. Вот, пожалуйста. Вытаскиваем заветную коробочку. Обратите внимание, нет пластика. Apple отказался от пластикового покрытия. Вот. И здесь чисто бумажное исполнение. Ну, так, похоже на настоящий. Сэкономили кучу пластика в защиту окружающей среды. Вот. Здесь вот такие штучки. Вот. iPhone. Ну что ж. Распакуем. Опа! Раз. Очень легко. Два. Что дальше? Опа! Класс. И правда iPhone. Главное отличие 13-го iPhone от предыдущей серии – это диагональная камера. Да. Я выбрал, как понимаете, черный. Встаем. О, вот так он выглядит. Наклеечка какая-то. Lightning. Очень симпатичный. Весь черный. Прям вот весь такой прекрасный. Вот для сравнения попросил у жены ее 12-й. Почувствуйте разницу. По сути, размеры те же, цвет разный, камеры разные. Но я рад, что мне новый. И вот так. Ну, много общего. Помимо телефона в коробочке только проводок и... А, ну, он, штучка для вынимания сим-карты, наклеечка. Тут еще, ну, какая-то такая обычная фигня. Вот. И это все, что у нас есть. Как в предыдущей серии, точно так же USB Type-C. Вот. Ну и Lightning. Вот. У меня есть адаптер. У кого нет адаптера, придется докупать. Ну, собственно, вот. Телефон. Та-ра-та-та. Hello. Вот он здоровается на всех языках. Hola. Bonjour. Привет. Ну вот как-то так. Ну, как всегда, у айфонов быстрый переход со старого устройства на новое. Я сейчас это, собственно, и сделаю. Идет восстановление данных из iCloud. Вот. Скоро будет как новый. Или как старый. В общем, все будет так, как было раньше. Только телефончик другой, новенький.
Итак, он сейчас собирает все данные из облака. Вот. И скоро я им буду пользоваться. Вот так. Мой новый телефон.